Кто-нибудь посторонний подходил к тумбочке? Вспоминай быстро! Нет. Так, ты отлучался? Нет. Я только за полотенцем бегал. Вы сами просили. Я думаю, ты не думаешь, что именно я украл у себя сам пистолет? Тогда кто? Медведев? Кто, кроме тебя, мог это сделать? Да не знаю я. Вряд ли военный прокурор поверит в эти объяснения. Хорошо. Давай договоримся. Верни пистолет, объясни, зачем он тебе понадобился, и я за мной это дело. Да не брал я его! Не брал! Прекратите истерику, солдат, сидеть! Вот это даже не дисбат, Медведев. Это уже тюрьма. Что же мне теперь делать-то? Я не знаю, что тебе делать. Раньше надо было думать. А ведь я тебя предупреждал, Медведев. Ух, как я тебя предупреждал. Я через друзей твоих достучаться до тебя хотел. Я не смог. Потому что у тебя голова не службой занята. У тебя башка другим забита. Устроили в части черт знает что. Молокосос. Сосутся у всех товарищ на виду. Майор! Что, товарищ майор? Ух, попал ты, Медведев. Ух, как попал. Здравствуй, небо в облаках. Здравствуй, юность в сапогах. Пропади, моя тоска. Вот он я, привет, войска. И рельсы поезда, как я попал сюда. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Жизнь снаружи и с изнанки сам попробуй изучи. Для печали нет причин. Не просто быть собой, когда шагает строй. Только сердце птицы бьется, и ликует, и смеется, и ему не удается под конвоем петь груди. Знать бы, что там впереди. Где-то течет река, где-то долго все ждут нас назад. Хочет глаза. Семь лет, Медведев. Семь лет ни одного нарекания. Образцово-показательная рота. Ты хоть представляешь, что теперь будет? Товарищ капитан, я клянусь. Да на что мне твои клятвы? Где пистолет? Ну, вы же умный человек, товарищ капитан. Ну, сами подумайте. Этот пистолет на гражданке стоит 200 баксов. Если мне надо было бы, я взял у отца деньги, купил бы, и знали бы, никто не знал. Зачем мне воровать пистолет у заместителя командира части? Когда я стою на тумбочке, на меня же первого подумают, а? Ну, где тут логика? Нету! Нету здесь никакой логики. И пистолета тоже нет. Маша, ну-ка, развернись-ка. Маша. Ну-ка, повернись. Вообще, блин. Блин, модель. Серьезно тебе говорю, модель.
Жалко, знаешь, что фотоаппарат с собой нет, Машка. Машка, а давай с тобой в постели сфотографируемся. Извращенец. Чего это извращенец? Там ноги-то делают. Главное, чтобы нам нравилось с тобой, да? Тебе так хочется увидеть меня на фотографии без ничего? Ага. Хорошо, секундочку. Фотомодель. Ё-моё. Смотри. Как это? Ты? Да, я. Когда это? 6 месяцев. Чего ты говоришь там? Снежинка в детском садике. А, вот что. Вот еще. Это с мамой. Все. Очень хорошо. Смотри, а вот это в школе уже на химии. Вот это кто? Никто. А вот на выпускном. Нет, секунду, подожди, Маш. Знакомый. Посмотри на выпускном фотографии. Я спрошу, кто это такой тебя лапает? Любопытный Варваре на базаре нос оторвали. Нет, ты фамилия, адрес, кто такой? Короче, бойцы, дело серьезное. На сегодня все мероприятия до обеда отменяются. Сейчас выносим кровати из казармы, отодвигаем все тумбочки и ищем. Товарищ капитан, а что ищем-то? Найдете, узнаете. Понятно? Нет. Все, что найдете, приносите мне. Никому не показывайте. Нашедшему увольнение. Понятно? Мы обязательно что-нибудь найдем, товарищ капитан. Да не ерничай ты, Евсеев. Пацаны, а что ищем-то? Ну что? Есть. Давай. Пошел на! Есть. Ну? Давай. Иди. Ну что? Иди. Есть. Нашел, товарищ капитан. Нашел. О! Товарищ капитан, ну какое оно хоть должно быть-то? Стеклянное или резиновое? Железное, Евсеев! Есть. Опа! Есть. Вы что, сержанты, совсем офонарили? Чья горелка? Моя. Откуда в ней водка? Мы это, товарищ капитан, на дембель припрятали. Мозги свои вы припрятали. Вы у меня на дембель в самый последний момент пойдете. 31 декабря. Когда куранты бить начнут. Будете в чистом поле и дембель, и Новый год сразу отмечать. Товарищ капитан... Образцовая рота! Мать вашу! Может, вы еще и бабу где-нибудь на дембель припрятали, а? Никак, никак нет, товарищ капитан. Грелку я у вас конфискую. А с вами подумаю, что делать. Стройте роту на обед. А мы это, нашли хотя бы то, что искали. Не ваше дело! Ну что? Товарищ майор, в расположении роты пистолет не обнаружен. Я так и думал. Хитрый парень. Заранее все продумал. Товарищ майор, а может, все-таки не он? Что-то тут не сходится. Когда у нас погоны полетят, капитан, все сразу сойдется. Погоны в лучшем случае. Нам еще с тобой повезло.
что командир части в отъезде. И пока я на его месте, у нас неделя. Короче, расследование проводим тихо и без шума. Ясно? Значит, наверх докладывать мы... Не будем. Пока. С Медведева глаз не спускать. Ну что, Шерлок Холмс, Пуаро, мать твою. Ты что, искать негде был? Какого хрена ты туда полез? Я пошел по маленькому, она там лежит. Ты хоть в эту грелку заглянул, понюхал, что там было? Нет, а что? Нет, а что? Водка там была, 1,5 литра, понял? Чем ты теперь на дембель нас будешь провожать? Водой из бачка. Товарищ сержант, ну я же не знал. Я смотрю, тебе нравится по сортирам лазить. Золотая. Я верну все. Как? Мне посылка придет, у меня через месяц день рождения, и там будет, 100% будет. 100% Гунько, не бывает. Бывает только 96. И то, медицинский. Ну что, товарищ капитан? Ничего хорошего. Да, заварил ты кашу, Медведев. Товарищ капитан, я... Да, помолчи. В общем, так. Пока ведется расследование, из нарядов не вылазишь, из казармы не выходишь. Ясно? Так точно, товарищ капитан. А как я в столовую? Сухпай жрать будешь. Изруби себе на носу, Медведев. Расследование пока проводится неформально. Знают об этом только 3 человека. Ты, я и майор Колобков. Если хоть какая-то информация просочится, тебе вряд ли кто поможет. Надеюсь, это понятно? А еще анекдот хороший был. Ну, сидит мужик с бабой, а он им говорит: давайте с вами сыграем в карты на раздевание. Она говорит: да. А чего, ходить посмотреть или похвастаться? О, какие люди в Голливуде! Машуля, ты ли это? Виктор? Да, вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. А это кто? Дядя твой? Нет. А это Олег Николаевич. Олег, Олег, это Виктор. Солдаты матчизны мои, привет. Олег Николаевич не солдат, он старший прапорщик. Я вижу, что не генерал. Ну что, давайте за встречу. Я вообще не понимаю, чем мы тут всю казарму перепахали? А ты не вникай. Дело ясное, что дело темное. Да, без 100 грамм не разберешься. А где возьмешь? Очко. Вот! Как обещал. Не понял. И где? Не знаю, может, на почте вскрыли? Ага, на почте, значит, да? Ты у меня сегодня Гунько! На время жрать будешь, понял? Давай, вали отсюда. Мешай. Быстрее пошел. Что-то Гунько мне в последнее время перестал нравиться. Давай. Вот! Вот. Че вот? Вот. Тут. По скриптум, то, что ты ищешь. В апельсинах. Не понял, ну-ка. Кажись, оно. Гунько! Я верю в тебя! Все, давай, Гунько, свободен. Беги отсюда. А колбаски... Беги, я тебе сказал, быстрее! Ну, за встречу. Маш, мы с тобой сколько лет знакомы? Не помню. 10 лет. Есть что вспомнить. Ха-ха. Ну, будем. Как прекрасно за столом. Ты что, гражданских не уважаешь? Зря. Прапорщики – герои лучших анекдотов. Да? Знаешь, почему прапорщики огурцы не любят? Нет. Потому что у них голова в банку не пролазит. Классно, да. Знаешь, почему у некоторых гражданских шея красная? Почему?
потому что у некоторых полазит. Слышу, юморной у тебя дядя. Слышь, Олег. Николаич. Николаич, а можно нескромный вопрос? Ну? Пардон. В армии надо, говорить, разрешите? Можно Машку за ляжку. Вите не надо. Слышь, пойдем погуляем. Куда? Да я вам в туалет хочу очень. Да одному страшно идти. Проводишь? С ума сойти. Здорово, девчонки. Ну, что хотел? А? А ты откуда взялся? Тебе что-то не надо, что ли? Мне? Ну? Мне от нее ничего не надо. Это она за мной 3 года как собачонка бегает. Да ты что? А ты чё? У тебя планы на неё какие? Есть немножко. Ну, я тебе вот что скажу. Без шансов. Дядя, староват для этого амплуа. Ты знаешь, какая отдача у гранатомета? О, не туда тебя, старик, понесло. Хочу сразу предупредить. 8 лет в боксе. КМС. Ты серьезно? Извини. Первый юношеский бадминтон. А где Виктор? Да докуривать там. А что, соскучилась, что ли? Олежка, у меня никто, честное слово. Вообще-то я за фуражкой. Олежка, не уходи. Ух ты, черт, на службу пора. Ладно, не провожай, как говорится. Олег! Впервые в жизни колбасу апельсинами закусываю. Короче, Фомин, апельсин ты пьешь, а колбасой закусываешь. Ну что, может, еще один почистим? Хватит. Это на дембель. 5 штук на дембель? А что, Сухачев Куриколенко придет, пацаны с 5-й роты. Тем более не хватит. Так о чем мы, мужики? Мы же сами можем в городе закачать. Фрукты на базаре, шприцы в аптеке. Слышь, Евсей, а ты голова. Почему ты еще не генерал? Чистые погоны, чистая совесть, брат. Да ладно. Ладно. Когда у тебя увольнение? Завтра. Отлично. Короче, вот здесь на 3 флакона. Не подкачаешь? Закачаю. По полной программе. Действуй. Боец, 2 минуты прошло. О, Ирка, какими судьбами? Слушай, а куда Медведев исчез? В столовой его нет, с ротой не ходит. Ну, правильно, он же в наряде. Да? 3-й день подряд? Ну, ты сама знаешь, в армии такое случается. Я могу его увидеть? Нет. Почему? Он занят. Слушай, Прохоров, не смеши меня. Куда прешь? Я могу поговорить с рядовым Медведевым? Ты не можешь. Ну ты еще почему? Приказ Колобкова. Какой приказ? Не знаю. Тебя сказали даже в роту не пускать. Ладно, Прохоров. Придешь ты ко мне в санчасть со своим геморроем. Ирка, ну честное слово. Я сам не знаю, что тут происходит. Какая-то хрень творится. Зубы всех себе вызывал, расспрашивал обо всем и ни о чем. Медведева в наряды закрыли. Из рота вообще не выпускают. Вон сухпай жрет. Рот мне ничего не говорит. Тут явно какой-то замут с Колобковым. Гадом буду. Спасибо тебе. Пропустите! Да нельзя! Вы что-то с ума посходили? Да пропусти ты! Товарищ майор, мы что, с вами находимся в концлагере? Звягин. Я. Сделай-ка нам 2 чая. Ага. Что происходит, а? Почему я, медработник, не могу видеться с рядовыми? Вы присядьте, Ирина Дмитриевна. Спасибо, я ненадолго. Да нет, я боюсь, разговор будет длинным. Во-первых, не с рядовыми, а с рядовым.
а во-вторых, с военным преступником. Что? Вот видите, Ирина Дмитриевна, вы же ничего не знаете. А все туда же, как всегда, с копьем и на танки. Что сделал рядовой Медведев? Вот видите, уже вопрос по существу. Рядовой Медведев украл боевое оружие. Офицерский пистолет. Как? Вот так. Мало того, с обоймой боевых патронов. Самое неприятное, что никого больше не было у тумбочки. Только Медведев. Да нет, я не верю. Не верю. Он не мог, он этого сделать. Ой, Ирина Дмитриевна, я вас умоляю. Не надо. Служил я вам в Забайкальском военном округе, извините меня. Со мной служил ефрейтор один. Красавец, боксер. Бабы в обморок падали. Всю часть письмами завалили. Кличка была еще Оскар. Боксер есть такой, Оскар Делахоя, может, знаете. Товарищ майор, я не понимаю, зачем вы мне это рассказываете? Я говорю о том, Ирина Дмитриевна, что этот замечательный Оскар часового зарезал, как барана, а окровавленный нож своему другу подбросил. Вы хорошо знаете рядового Медведева? По гражданке. Его друзей, привычки. Объясните мне, почему человек идет в армию, да при таком папе? Мне достаточно того, что я о нем знаю. Да? Да. Ну тогда объясните мне, пожалуйста, почему же его из института-то выгоняют? Из какого института? Вот, вы не знаете, и я не знал. А самое страшное, что даже не счел нужным вам рассказать об этом. Пожалуйста. Что это? Это официальный запрос. О том, что студент первого курса Медведев отчислен из института за употребление наркотических средств. Ректор Копытин, подпись, печать. А вы говорите, не мог. Может, он вообще в армию пошел только ради того, чтобы оружие украсть. Разрешите? Да, Звягин, заходи. Ну, все, я думаю, Ирина Дмитриевна. Если у вас с медикаментами полный порядок, то я уверен, что личный состав будет здоров. Да? Вы со мной согласны? Да. Так, Звягин, твою мать! Сколько ты опять сахара вбухал мне? Че, в туалете никого нет? Да нет, вроде. Давай, у вас ровно 5 минут. Иначе мне кирдык. Ирка. Ну, привет. Ну, давай. Ирка, я так соскучился. Слышал, у нас ровно 5 минут. Рассказывай. Куда? В туалет. Кругом. Товарищ сержант, ну мне серьезно надо. Кругом, я сказал, пошел. Через 10 минут зайдешь. Там убирают. Ну, он открывает кобуру. Пистолета там нет. Но я не брал. Ты должна мне поверить. Прежде чем поверить, ответь, пожалуйста, мне на один вопрос. За что тебя выгнали из института? Опа-на! А это здесь при чем? Мне повторить вопрос? Ну, я, в общем, за декана поцапался. Причем так, конкретно поцапался. Он мне самому предложил уйти, а я сказал, нифига. Да. А ты мне лучше про наркотики расскажи.
Ну, ну, в общем, залетел у нас два чувака на дискотеке. Ну, пыхнули разок. Вот, я просто рядом оказался. Ну, их решили отчислить. Вот, а я, в общем, к отцу обратился. Хотел через него как-то все сделать. Ну, в общем, я все на себя взял. А почему же ты мне раньше об этом ничего не говорил? Не знаю. Мы никогда не говорили об этом. Просто повода не было. Ну что так смотришь? Не веришь мне? Сама звонила? Никто трубку не берет. Можешь съездить к нему в часть. Ты что? Бегать за мужиками? Даже не думай. Хватит. За Витенькой за своим набегалась. До сих пор кровь портит. Олежка не такой. Неважно. Я за мужиками никогда не бегала и тебе не позволю. Послать? Легко. А понять? Попробуй понять, потому что ты живешь одна. Она говорит, между ними ничего нет. Но я же видел, как он ей ногу щупал. Выше колена. Она-то, главное, никак не реагировала. Но как это понимать? А чё знает? Не знаю. Со мной такого не было. Мою никто за ногу не хватал. Не нашлось такого дурака. Налей еще. Ты ж мою знаешь. Она чуть что, сразу по морде. Ты ему по морде-то дал? Я дал. Ну? Да чё нового? При чем тут он? Это она что думает, понимаешь? Она. Можешь зайти к ней поговорить. О, точно. Зайди, поговори. А вдруг этот там сидит? Ну, тогда не заходи. Ты, ё-моё, чё ты как попугай заладил? То зайди, то не зайди, то зайди, то не зайди. Да, говорю ж, не было со мной такого. Не знаю. Виктор Романович, я, между прочим, не первый год в армии служу. Так? Да. И отлично знаю, что офицер в наряде не имеет права кому бы то ни было передавать свое табельное оружие. Замечательно. Всегда очень любил медицинских работников, которые знают устав. А вы не допускаете такой мысли, товарищ сержант, что я, жирный колобок, сделал все это специально? Что вы так на меня смотрите? Да, специально. Я взял, передал пистолет рядовому Медведеву, чтобы проверить его, а? На вшивость, так сказать. Ведь я же на него давно глаз положил. Вы так думаете? А он украл этот пистолет Макарова с обоймой боевых патронов. Сядьте. Даже если мы с вами предположим, что это действительно так, давайте подумаем, что было бы мне за этот маленький эксперимент и что будет ему за кражу боевого оружия. Мне, Ирина Дмитриевна, выговор. Хорошо, я согласен. Строгий выговор с занесением в личное дело. И это максимум. А ему? Ему 5 лет тюрьмы минимум. Товарищ майор, спасите парня. Как? Я что могу сделать? Я всего-навсего заместитель командира части по воспитательной работе. А не министр обороны. Ну, я вас очень прошу. Пожалуйста, помогите.
Но вы сами ему можете помочь. Я? Ну что я могу сделать? Прежде всего успокоиться, выслушать меня. И только не надо делать скоропалительных выводов. Хорошо? Хорошо. Я предлагаю вам такой компромисс. Я не даю ход этому делу. Честно скажу, мне это будет нелегко, сами понимаете. Я понимаю. Я рискую собственными погонами. А вы? Выходите за меня замуж. За вас? Замуж? А что? Я предлагаю что-то плохое. Я ведь не прапорщик со склада. Ира, подумай. Без пяти минут командир части. Не за горами штаб округа. Жилье, деньги, карьера. Все будет. Медведев улетает на гражданку сизым голубем. И все у всех в этой жизни складывается хорошо. Ой, какая же ты свинья. Майор. Думай. Думай. Колян, дверь держи. Ого, Евсей, а НРС не замучает? С НРСом в армию не берут. Слышь, да давай я духа позову, или ты сам потащишь? Ты лучше дверь держи. А! Черт! Я тебе говорю, дверь держи! НРС, НРС! Ай, болит, чертов! Евсей, смотри, сейчас еще один упадет. Черт, допер же ведь, до самой части допер. Так, короче, ты ничего не видел, понял? Я два арбуза принес. Лады. Здравия желаю, товарищ прапорщик. Че это такое, ё-моё? Не знаю, я по телефону разговаривал. Чем пахнет, а? В смысле? Смотри сюда. Так арбуз не пахнет. Я не знаю, у меня насморк, товарищ прапорщик. Не пахнет так арбуз, я тебе говорю. А, так это нитраты, наверное. Сейчас в этих фруктах столько химии. Нитраты, да, говоришь? Я сейчас устрою. Нитраты, чтобы убрал все, понял? Мы же договаривались на три арбуза. Вот именно. Да я у Хачика брал, а он такую цену заломил. Слушай, ну я надеюсь, ты туда хоть три бутылки вкачал. Конечно. Короче, 2 по 0,75. Во. Эх. Может, попробуем? Не трогай. Пусть постоят. Арбуз дозреть должен. А вдруг он плохой? Облажаемся перед пацанами. Мы так, по чуть-чуть, по кусочку. А остальное спрячем. Ладно. Давай по маленькой. Ну, с Богом. Тарелку подставить надо. Поздно. Опаньки. На, Евсей. Держи. А что ты мне дал? Нормально. Ну, чё, пацаны? Будем? Ну, давай. Ага. Это... Слабовато будет. Угу. Ты точно три туда вкачал? Нет. Одну возле штаба выжрал.
Держи. Что, окосили уже, да? О чем вы, товарищ прапорщик? Не надо думать, что ты умнее прапорщика. Дай сюда. Фу ты, ё-моё, что в арбузах? А? Водка, да? Коньяк, а? Спрошу, что в арбузах? Может, Зубова угостим, а? Водка. Мы это, на дембель хотели. Да? А в наряд не хотели? Ё-моё. Значит так, один арбуз я у вас и изымаю. Оп! Хотя нет. На, подержи. Опа! И второй возьму. Ну, товарищ прапорщик. Это я добрый еще. Всего доброго. Ну ничего, фигня, у нас еще апельсины остались. Прапорщика. А я вам повторяю, что гражданским лицам вход на территорию части только по пропускам. Ну, пожалуйста, ну выпишите мне его. Пропуск выписывается в штабе, подписывается командиром части или начальником штаба, либо... Товарищ солдат, вот у вас есть любимая девушка? А что? Ну вот представьте себе, что из-за каких-то пропусков к вам в часть не пускают любимую девушку. Так это вы и есть любимая девушка? Нет, нет. Я мама. Я мама любимой девушки. И что? Ну что ж вы такой непонятливый? Ну очень. Здравия желаю. Товарищ капитан, тут это, гражданка, ну к вашему старшине, а я его найти не могу. Но она просится в часть. Мне очень надо, очень. М? Товарищ командир части, прошу. Я командир роты. Тем более. Ну, выпишите мне, пожалуйста, пропуск. Пожалуйста, очень надо, очень. Сержант, это со мной. Пойдемте. Николаевич. Тебе гости. Здрасте, Олег Николаевич. Здрасте. Один, два, три. Ну, не буду вам мешать. Сбился. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Олег Николаевич, 9, Маша очень 10, переживает, очень. 12, верить, место себе не находит. 18, 19, не ест, не пьет ничего. 15. Олег Николаевич, она скучает. По Виктору скучает, да? По Виктору? По вам. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Как же вы понять-то не можете? 10, 11, 12. Она любит вас. 13, 14.
опять сбился. Олег Николаевич, у вас есть стаканы? Не надо. Уберите свою бутылку, Анжела Олеговна. Извините. У меня арбузы есть. Ирина Дмитриевна, проходите. Извините, я сейчас. Извините, Ирина Дмитриевна, вы меня застали врасплох. Значит, здесь мы будем жить. Ира, я, честное слово, я иногда не понимаю, шутите вы или серьезно? А здесь мы будем трахаться. А потом смотреть вот этот телевизор и пить чай. Из этого сервиза. Можем чай, а можем кофе. Мне не нравится этот сервиз. И шмотки эти мне здесь не нравятся. И книги эти мне тут мешают. Ты же нормальный мужик. Ты что, не можешь полку повесить? А это что, твой любимый цвет? И табуретка что здесь делает? И мешает мне здесь все. Я не хочу так жить. Ясно? Пей. Ты чё тут? А я как тут? Вы с мамой вчера ночью заявились. Дотащила всё-таки. Нет, это ты её привёл. Ё-моё. Олежка, а ты куда? На работу. Подожди. Выслушай меня. Нечего слушать. Вчера в кафе все было ясно.
Олежка, послушай. Мы действительно с ним встречались. Это было давно, 3 года назад. Сначала я его любила. А потом... Потом боялась. Потом он... По ночам иногда превращался в козла. Он меня бил. Как бил? Олежка, это страшный человек. Он, когда ко мне прикасается, меня как будто парализует. Я не могу пошевелиться. Чего ж ты раньше-то мне не сказала? Слышь, Машка, подожди. Ну-ка дай-ка, сейчас тебе скажу. Ну, слушай, Машка. Машенька, девочка моя, да ты что? Слышь, ну ты знаешь, что я с тобой, поняла? Я с тобой, а если с тобой, тебя никто пальцем не тронет, понятно? А если кто тронет, я ж твоего подонка порву на 2 части, поняла? Понимаешь? Уяснила? Поняла. Громче скажи. Поняла. А что ты отворачиваешься-то? У тебя перегар жуткий. А, ну да, выпил вчера. Да. Ирина Дмитриевна? Я согласна.